Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Студентка, спортсменка и просто красавица. Самбистка из Краснокамска Виктория Остер завоевала золото на соревнованиях мирового уровня. Она проявила себя на студенческом чемпионате мира, который принимал Кипр. Остер не нашлось равных в весовой категории до 56 килограммов. В Перми прошел большой боксерский турнир. Соревнования посвятили памяти мастеров спорта СССР, братьев Михайловых. Анатолий и Степан стояли у истоков развития бокса в Прикамье в 60-е и 70-е годы прошлого века. Награды разыграли участники возраста 14-15 лет. В общей сложности их оказалось под сотню. У нас здесь собрана сборная «Солянка». Тренеры специально для подобрали весовые категории и возрастные категории для того, чтобы посмотреть тех или иных спортсменов. Разбросали Пермский край на несколько команд. То есть есть северный куст, есть южный, есть левый берег Камы, есть правый берег Камы. Вот. Ну и, в общем-то, смотрим ближайший резерв сборной команды Пермского края. И в завершение о футболе. «Амкар» верстает планы на межсезонье. К весенней части чемпионата страны команда начнет готовиться 12 января. В этот день стартует первый предсезонный сбор в Турции. Он рассчитан на 3 недели. Проводить контрольные матчи красно-черные начнут на втором сборе. Он также пройдет в Турции. Его даты пока точно не определены. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.